Новый омский градоначальник Сергей Шелест и мэр Тива Тажелька Камненович подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство двух городов будет направлено на выстраивание торгово-экономических, научно-технических, а также социальных и культурных связей. Сергей Шелест отметил, что речь идет о разработке и реализации совместных программ и проектов в сферах туризма, образования, науки, культуры, спорта, обмене специалистами и студентами, а также участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В сфере предпринимательства для бизнеса Омска и Тивата перспективным станет проведение торгово-экономических миссий. Например, взаимная организация торговых домов омских и черногорских товаров. Следующим этапом взаимодействия может стать подписание соглашения о партнерских или побратимских связях. Нам надо добиваться установления прямого авиасообщения. И со стороны Тивата есть также интерес и к нашим предприятиям, и к нашим услугам, которые мы можем предоставить. Это достаточно взаимовыгодное, хорошее сотрудничество, которое имеет все шансы развиваться.